ребятки, всем здорово! В такой экстренной ситуации записываю видео. Ну, то есть, движуха сегодня хорошая в городе. Вот, собрались мы на покатуху. 40-50 километров сегодня будет. Немного, ребят, грязючки, как мы любим. Все, о, какие горки. Ха, прикол. Хорошо, сейчас за ветром будет пол дороги практически вообще. С кайфом. Добро пожаловать на... Бля, как красиво так смотрится. Влево! О, чё. Камни здоровенные, бля. Давай, давай. А? Хороший спуск. Это, ребят, такой один из... Его размывает постоянно и такой нормальный, хардовый. Я на контактах недолго еще езжу. Стремно бывает, мысли появляются. А вдруг, если колесо заскочит, надо отпереться, а я в контакты застегнутый. Поэтому на контакты тут прокачиваешь все на свете. И равновесие на веле больше. И так далее. Ох ты ж, ё-моё. Помню, ребят, тут мы вообще летали жестко. Когда не заросшее все было. А тут когда зарастает все, кусты начинают фигарить. И уже не так едешь. И размывает плюс все. Все. Асфальт. Это хорошо. Отходите, быстрее, быстрее! Я просто колесо поднялось. Комментарий. Это суровый МТБ. О, давай! Давай, 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 крути, 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 давай! По этой стороне. Давай, 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 давай. Пошел, 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 крути на всю. На всю, давай, давай. Мужчина, ёпта. Вот это красава.
Сколько? 6 лет. 6 лет не мог заехать, да? Да. Тебе сегодня первый раз. Ага. Красава. Руку. Поздравления. Вот видите, ребят. Не человек. А вот. Ого, тут размыло яму. Давай, 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 Лёх. Ну-ка. Я буду взять. Дебри. Короче, ребят, только что был какой прикол. Заехали, кто-то краску разлил. Ну, я думаю, ну, на скорости непонятно. Короче, заехали, я весь, вся футболка, все велошорты, велик, краски этой зеленой, Вовы, лицо в краске. Ну, капец, блин, ну, да, наверное, бывает, конечно, может, кто-то разлил. Ну, ё-моё, ну, оно ж, когда едешь на движухе, не поймаешь. Так обидно, это зеленой краской зафигарил все. Ладно, я думаю, отмоется. Машина! Ух, ребята, чуть подостали, не успел на камеру рожать. В общем, песка было столько, что еле проехали. Колесо уходит просто. Давайте. Давай, Лёх, давай. Во. И Алексей Тупики. Вот, ребят, какие красоты. Буренка стояла. Еще одна слева. Вот, ребята, смотрите, какая у нас погодка. Ой, Вова свернул. Давайте, 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 давайте. Давай. Давайте, давайте. Тут спуск, но она бывает. Дождя. Давай. Хороший песочек. Прям очень хороший. Левее. Фух, вот это пески. Прикиньте, кто тут живет в конце и на велике каждый день. За магазин ездит. Я справа слева. О, как Кисун. А я тебя помню. Да пошу, да. Лёва. Да ты хлеб у тебя будет. Во-первых, коты не хлебные. Да? Да. Собака еще, да. Там запах будет колбасы, может. Фу. Сейчас, ребят, поедем на этот, на источник. Посидим там, водички попьем, мороженка поедим и так далее. Едем, держим дистанцию.
шелковица. Кстати, шелковица бывает как прилипнет к велику. Ну, что там, Вова? Когда-то, ребят, я эту горку возьму. Ну, когда привыкну к контактам. Ну вот, источник кипит полным ходом. Все, ребята, в общем, приехали. Мы в село Терпение, Запорожская область. Мелитопольский район. Галактика, Млечный путь. Страна Украина, галактика, Млечный путь. Солнечный. Организатор Моторин Владимир. Организатор Моторин Владимир. Данный покатушки. Андреевич. Фу, ай, под глаз, это самое неприятное, что может быть. Что, Димон, как вода? Вода холодненькая. Холодненькая? Да, давай. Ты что, с ума сошел? Сорян, ой, обляпал. Да я не дотянулся ни разу. Лучик сейчас наберет воды, в общем. Хорошо. Все терпение, наверное, сегодня тут. А ну-ка, сейчас попробуем. Бомба. Холодненькая. Либо МТБ. Да, вот это, вот я тоже за это. Реально. А я за шоссейник. Вот нет, я за то, чтобы в гараже было два лайба. МТБ и шоссе. Все. Или два. Или знаешь, какой? Или топ 100 он с лайф вилкой. А, ну может, да. За 90. Ну да. А я хочу шоссейник. Карбоновый. Для меня вот существует два велосипеда, МТБ и шоссе. Остальные я не нравятся, не признаю я. Не, я хотел, чтобы был и МТБ, и Грелов. А, ну, тоже нормально. Добрый день, уважаемый Александр Тараканов. Передаю вам привет. Громче. Добрый день, Александр Тараканов. Вот. Передаю вам пламенный привет. Как всегда, по традиции. А Вова хавает. Ладно, мы тоже будем хавать, ребят. Всем приятного аппетита, кто хавает. А мне насрать, музыка отключается. Культура хорошая. Правильно? Вот, ребят, самая затяжная такая горочка. Терпение у нас. Ребят, смотрите, какие ананасики. Вот это вкуснятина. Леха, зря ты не ешь. Как-то не ешь. А. Все, Библию нарушил. Уже ешь? Здрасте. Будете абрикос? Там угощаетесь. На халяву. Кого? С дерева. О, вкуснятина. Фух, я их наелся, а у меня еще полные карманы. Никто же не спорит. Давай, давай, за ним.
ребят, въезжаем в город наш любимый. Вот на Амике у нас 92-й, 22-22, 95-й евро, 23-22, пожалуйста. Все, пацаны и девушки, и все дорогие наши дамы, да. В общем, все, мы приехали, Владимир, Леха, там другие поехали уже, все, всем спасибо за просмотр, много пейте, не болейте, да, поэтому, как говорит великий кубовод, вот наш путеводитель сегодняшний, что, все, ребят, всем счастья, здоровья, успехов, счастья, здоровья, подписывайтесь на канал, да. Ставьте лайки, всем до новых встреч. Чао, Джонни Бомбони. Покеда, пацаны.